Всем привет! Вы на канале Акварелька. Сегодня мы в магазине Прага. Снимаем магнит косметик. Смотрите, как красиво, да? Вот этот листик. Так, это цепочка. Так, а цены у них какие? Цена у них вот такая, 399 рублей. Такая цепочка с таким красивым листиком. Так. Какие еще раз смотреть? Вот эти вот симпатичные. Вот. Поджимчик. Английская застежка. 599 рублей. Вот такие вот симпатичные. Так, а вот смотрите, какие треугольники. 399 рублей. Девчонки, вот наши духи, или как парфюмерная вода Стеллари. Обалденный аромат. Ну вот фиолетовый здесь был, сказали лучше. Да, сейчас мне дали тестер фиолетовый попробовать. Прям вообще классный, сладкий такой аромат. Ой, прекрасный. Эскада. Тоже вкусные ароматы. Ну, лакосты есть. Любители лакосты. Так, ну вот еще вот такие вот есть интересные флакончики. Маскина. 3500. Ну, что-то аромат ну так приятный. Но сегодня фавориты у меня мужские ароматы. Вот этот вот. Пишите, как называется он. Произносить Enter. Не знаю. Вот этот вот еще советовали. Но здесь цитрусовые ароматы. Стоит 5000. Давайте посмотрим. Почем здесь стиральные порошки? Бимакс 429. И здесь 3 килограмма. Так, Персил 1189. Ну, здесь вот очень низко поставили. Здесь, конечно, больше по объему. Ушастый нянь 799. Ушастый нянь 3 килограмма есть по 349 рублей. Фикс прайсе, да. А вот здесь вот он 449, 2,4. Ну, на 100 рублей фикс-прайсе дешевле можно взять. Так, вот такой стиральный порошок для детского белья. Kids Gardenica. 269. 399 эко-стиральный порошок. Ой, здесь Высоцкая Юлия рекламирует. 20 стирок всего лишь. Эффективность подтверждена в Европе. Ну, 400 рублей стиральный порошок, 20 раз постирать. Вот выбирайте, кому что нужно. Так, есть вот такие гели для стирки, 319. Так, 89 ушастый нянь, но там мало можно раз постирать. Так, или что это? Да, с первых дней. Ну, давайте посмотрим капсулы, почем. Так, 449 Ариэль. Сколько здесь? 12 штучек. Так, и здесь 12509. Но они разные по составу, видимо. Так, Ласка, Персил. Вот цена, конечно, за 1000. Бимакс, гель для стирки 469. Ласка 299. Здесь для всех видов тканей подходит. Ну, от катышков якобы помогает. В общем, такие цены, конечно, здесь. Дорого или дешево, решать вам. Сорти-то почем? 69 здесь с алоэ вера, бальзамом идет. Ну, бальзам лучше для рук, да? Вот такие цены. Пималюкс 59 рублей. Нормальная цена. Комет 89. Комет хорошо очищает. Так, от накипи средства для стиральных машин 79. Так, губка антибактериальная. Быстро сохнет, хорошо пенится, эффективно устраняет сильные загрязнения. Ну, вот такие губки я брала в этом. Пятерочки. Здесь у них цена какая? 39.
Вот какая у них цена? Здесь или здесь? Две штучки. Так, для мытья 5 штучек. Это не то. Значит, вот эту цену надо узнавать на кассе. Я думаю. Так, и здесь вот для туалета по 199 Доместос. 149 маленькая. И 79 вот здесь вот штучка такая. Так, вот еще варианты. Так, 399 дневной от 35 лет. Так, ну я вот в прошлый раз взяла, подешевле взяла, успела. Ну хотя у меня в основном все Фаберлик. Но Лореаль мне, конечно, больше нравятся некоторые вещи. Так, вот это вот гель для умывания. 309 со скидкой уже идет. То есть все эти желтые ценники, они в акции не будут участвовать. Тоник 299. Я мицеллярную воду в прошлый раз взяла за 199. Очень выгодно. Ну, хотя у меня тоже от Фаберлик есть много всего. Так, 169. Вот такая краска. Ну, видите, вот 169 внизу еще на темный цвет волос. Так, Лореаль 449. Так, Эльсеф 359. 300, да, 359 всю. Head and Shoulders 399. То, что на слух. Так, Ола 100. 59 здесь. Так, вот это 179 Pantene было. Да, Доместос 269 ежедневный. Ну и вот такие прокладки тоже покажу, какие здесь. На этом видео буду заканчивать свое, друзья. Всем удачи, удачных, выгодных покупок и крепкого здоровья. Пока-пока. Вы были на канале Акварелька. Вот. Нравится мне эта зубная паста. 249 рублей. Обалдеть. Да, и это тоже.